Глава Тувы Шолбан Караул, несмотря на свой плотный график, одним из первых проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Исполнить свой гражданский долг глава республики пришел с супругой в избирательный участок номер 86, расположенный на территории поселка Кахем в центре культуры имени Салана Базырола. Как признался премьер, выборы для их семьи – день особый. Эти выборы не стали исключением. На самом деле, как видите, довольно многолюдно. Это соответствует именно нашим настроениям, нашим традициям. Для нас всегда выборы являлись особенным праздником. Ну, так и должно быть, потому что мы выбираем именно волеизъявлением народа власть. Только народ является источником власти. И у нас есть действительно возможность выбирать человека, который будет нами всеми руководить. От него очень многое зависит. Поэтому и, по всей видимости, вот такое вот многолюдие здесь сегодня. Я этому очень рад. И на самом деле я считаю, что Тува всегда отличалась особой такой явкой. И на этот раз я вижу, так и будет. А как Сибирь, вы думаете, нас вся Сибирь наша как проголосует? Ну, обычно сибиряки всегда праздником воспринимают выборы, поэтому... Я более чем уверен, что Сибирь будет очень единогласно приходить на выборы, голосовать. Многолюдно будет, точно так же, как у нас. Тува тоже является частью Сибири.